Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Октагедон. Контини. Так, миссия первая. Че, прям с самого начала будем играть? Без всякого там телепорта? А, нет, есть телепорт. Нажимаем. Давай. Опа. Так, замечательно. Замечательно, и мы с тобой приобретаем. Так, секундочку, сейчас я приценюсь. Ну, во-первых, нам нужна будет щупальца, это однозначно. Так, а дальше-то что? Это у нас фонарик, насколько я помню, да? Давай, наверное, еще с тобой щупальцу поставим одну. Так, теперь возьмем вот эту. А заморозка, я думаю, что нам не нужна. Она нам не пригодится. Зато у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, сколько? 7 сердечек, вот это круто. Вот куда мы с тобой переместились. Замечательно, ну что, на суше. Погнали. Давим это все к ядрене фени. Ломаем, ломаем, двумя щупальцами сразу. Так, тихо, самолет летит. Надо его подбить. Так, давай, нормуль. Так, тут у нас вездеходка едет. Ну, ломай ты быстрее, господи. Зашибись. Сердечко отняли, а? Ты представляешь? Вот что-что... Так, тихо. То, что нужно. Сердечко — это то, что нужно для нас. Тебе не кажется, что враги стали намного сильнее? Так, тихо. Нормуль. Поехали дальше. Дай-ка я вот эту вот штуку подобью, которая тут летает. Нервирует она меня. Да ладно. Да как так-то? Зашибись, не успел взять сердечко, как опять его потратил, а? Давай ломать здание. Нет, все-таки с одной щупальцей, ну, вообще не вариант, ребята. Сейчас эта каракатица еще до меня докопается, поверь мне. Так, может быть, мы ее успеем подбить? Е, успели. Так, тихо. Слов у меня нету. Это второе сердце мы с тобой уже профукиваем. А это знаешь, из-за чего все на самом деле? Потому что мы с тобой воспользовались телепортом. Да. И вместо того, чтобы заработать себе, как говорится, деньги и тому подобное, мы... Так. Воу-воу-воу-воу-воу. Фух. Мы вместо того, чтобы зарабатывать деньги, мы просто с тобой пролетели эти этапы. И вот поэтому вот так вот, ребята, у нас получается. Сейчас мы это здание уничтожим с тобой, и, в принципе, уровень будет пройден. Щупальцы просто ни о чем, ребят. Никакого урона практически не наносят. Все, прошли. Ну что, сколько мы с тобой там получаем этих ракушек? Ну, на самом деле, не так много. Так, я могу купить здоровье себе. Я это и сделаю. Так, а здесь... Блин, ну неужели вот эту клешню покупать? Если честно, я не хочу ее брать. И я, наверное, воздержусь. Так, ну что, у нас с тобой зато 4 жизни. Лишь бы не профукать их. С такими-то щупальцами, да, никчемными. А врагов-то здесь будет много. Много, и они, смотри, что делают. Мне так вот приходится от них отбиваться. Давай, двумя щупальцами, правильно, вот так вот, бомби. Есть контакт. Сейчас мы уничтожим с тобой это здание. Да как так-то, блин, я же щупальцу специально направил на эту, блин, фиговину, блин. И все равно задели, ты представляешь? Есть контакт. Так, у нас осталось 4 сердечка, блин, где у нас это? Почему я не вижу самолетика, а? Который доставляет нам сердца. Вот она. Есть контакт, спасибо большое. Так, тихо. Нормуль. Так, там, смотри, две вездеходки. Надо смотреть, куда, ребята, полетят снаряды, чтобы мы смогли с тобой вовремя вот так отъехать. И дальше продолжаем ломать. Да, мне нужна, кажется, знаешь что?
обалденная, офигенная щупальца. Именно краба. Вот она вообще идеально заходит. Оу-оу-оу-оу. Да как так-то, блин? Фух, хотя бы сердечко отбили одно, да? Так, поехали. Вот это здание нам нужно с тобой уничтожить. Да что докопалась-то эта фигня до меня, а? Есть контакт. Давай ломать. Двумя щупальцами. Смотри, летает тут, а? Ну? Я не понимаю, ребят, как такое... Да чтоб тебя, тут еще вот эти вот приехали. А, все, мы прошли. Трындец. 4 сердечка у меня всего лишь осталось. Надо что-то делать. Я с такими щупальцами далеко не уеду. Серьезно тебе говорю. Так, вот у нас есть 250 и 450. Придется брать вот эту вот щупальцу. Никуда не денешься. И, скорее всего, тогда... А что вот это такое? Непонятное. Так, ну и придется тогда вот эту, ребята, щупальцу брать. Пока другого варианта у нас нету, потому что здесь все-таки босс будет. И нам его нужно будет как-то забомбить. Поехали. Да, единственное, что ты вот начинаешь игру все время заново. Но в этом есть, ребята, и свой плюс. Почему? Потому что мы с тобой прокачиваемся. Мы получаем больше ДНК, и у нас с тобой больше всяких развитий выходит. Так. Да чтоб тебе, ну... Ну как же это происходит-то так, а? Блин, 3 сердечка. Я не намерен терять здесь житуху, вот поверь мне. Я на это вообще не рассчитывал. Так, здесь у нас кто? Этот чувак, да? Бутчер. Ну, с бутчером, по-моему, мы с тобой нормально справляемся. Так, погнали. Что он там говорит? Fresh meat? Отходим. Ну, поднимай свою. Уходим. Так, четверть здоровья мы у него уже отняли. Продолжаем колбасить. Отходим. Тут что-то как-то не особо мы у него много здоровья отняли, если честно. Уходим. Сейчас он, кстати, будет буянить здесь. Поэтому в наших интересах как можно быстрее его забомбашить. Да, эта клешня вообще ни о чем, если честно. Ну вот и пошли враги. Вот и пошли враги у нас. Сейчас и от них отбиваться надо, от всех, короче, здесь. Опа! Это я попадаю. Давай, 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 бомби. Уходим. Так. Стопы, стопы, стопы. Да блин. Ой, куда это меня тут? Да давай ты, господи, ну. Ой-ой-ой, уходим, уходим. Успел. Так, если мы сейчас с тобой вот так еще немножечко протютюкаемся, я боюсь, мы сфейлимся. Тесаки летят. Давай, 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 уничтожай. Да уходи ты! Засмотрелся, засмотрелся, друзья мои. Да что ты глаз этот не добить не можешь никак. Так, это мы с тобой только уничтожили его. Сейчас надо будет еще пойти и уничтожить здание, насколько я помню. Так ведь? А это у нас статуя свободы. И всего 2 сердечка. Так, ломаем. Уходим. Трындец, блин. Ну все, мы, наверное, сейчас с тобой все-таки потеряем одну жизнь. Потому что на одном сердечке, ребят, я буквально живу. Да потому что клешни фигня полная, вот что я тебе скажу. Нахапал какого-то бреда.
Слов моих нету. Так, добро пожаловать. Ну что, давай посмотрим. А, бонус. Ну, хотя бы мне дадут этого малыша. И то спасибочки. А то без защиты вообще как-то, ну, не вариант. Согласись. Так, нормуль. Уходим, уходим сюда. Так, я понял. Погнали. Все забираем. Все, что выпадает, абсолютно все хапаем. Ну что, все? Больше нету? Вот было бы, кстати, замечательно, если бы, например, ты проходишь здесь уровень, да, и у тебя остаются сердечки, и эти бы сердечки передавались бы мне на осьминога. Вот это было бы круто. Хм, а где ракушки-то? Вон они. Эти хотя бы одну урвал. Че, все болит? Блин, вон они, с той стороны. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Успел. Ну вот и отлично. Так, давай здесь заберем. Нормуль. Где следующие у нас будут? Ну, конечно, ракеты, как всегда, кто же их отменял? Ракеты никто не отменял. Ну и сбор ракушек тоже никто не отменял. Блин. С той стороны были. Так, тихо-тихо-тихо. Погнали. Замечательно. Так, здесь у нас. Опа. Ну что, неплохо. Неплохо, я тебе скажу. Мы тут насобирали. Так, покажите мне, пожалуйста, сколько у нас всего. Ух ты. Блин, как же мне хочется. Мне нужна и жизнь вроде бы. Я, ребят, возьму здоровье все-таки. Здоровье и вот такую вот щупальцу. Ты уж извини, но жизнь, как говорится, дороже. Потому что мы с тобой обычно проигрываем из-за того, что у нас не хватает житух. Тем более, сам видишь, одно сердечко осталось. Ой-ой-ой. Что это вы так... Ай, блин, вот эта пакость меня, наверное, сейчас и уничтожит, друзья. Я же говорил, что именно эта пакость меня и подобьет. Что там, еще что ли взять одну? Ну, давай возьмем. Эх, поэтому я не зря купил все-таки жизни. Так, океан Сидней. Мне бы, конечно, лучше бы... Здесь взять, знаешь, что было бы? Этого. Язык хамелеон или как там? Жаба язык. Нормуль. Справились. Так, опять эти пакости, а, идут. Все прекрасно. Главное у этой фиговины подбить, ребята, голову. Ты подбиваешь голову и все. И она сразу погибает. Опять она тут, а, кружится. Бесит. Куда ты там летишь? Все пока превосходно. Угу. Так, ну что, полпути проплыли. Давай, бомби их. Все, взрываем к ядре, нифени. Ну, подбивай последнюю-то, вот. Хе-хе-хе. Что такое? Волна врагов? Да я готов, в принципе. Блин. Блин, горелый. Есть, выловили. Так, какая тут из них быстрее? Ага. Слушай, а почему мне не дали этого, ребят? А, его же покупать надо. Нашего защитничка-то. Он же покупается. Так, я могу взять звезду. 500 стоит. Берем звезду и берем с тобой. Вот так. Нормуль? Нормуль. Ну что же.
Жалко, конечно, что мы с тобой жизнь потеряли. А морская звезда у нас что делает, я уже не помню. Не помню, хоть убей. Так, тихо. Не нагнетаем обстановочку. Отлично. А ну-ка давай яйцами в этой бредовину. Так, прекрасно. Ага, вот что делает морская звездочка. Подбивает их просто-напросто всех. Так, тихо. Ну, есть, подбил. Фух, сердечко вернули. И это шикарно. Так, сундук. Сундук. А как мне его подбить-то, этот сундук? Угу. А кто? Я что-то не помню, я засмотрелся, друзья мои, что-то продинамил где-то. Опять сердечко потерял, да? Так всегда. Ну хорош, хотят меня тут взять, да? Так, не возьмешь, врешь, не возьмешь. Есть, подбили. Так, там у нас что-то слишком много подводных лодок. Так, и последний, да? Последний кораблик плыл с ракушками. Ракушки — это наше все, так скажем. Так, сколько мы заработали? На жизнь не хватает. Так, вот у нас клешня. Клешня лобстера, естественно, берем. Хм. И вот так вот делаем. Поехали. Что-то защитники столько стоят. По 1500. Что-то слишком дофига, мне кажется, да? Ну-ка. Угу. Так, сердечко. Давай. Есть. Подожди, какой есть? Подбил, все-таки успел. Сейчас я клещу ее. Ать, поймали. Так. Угу. Да как так? Специально же направил, блин. Ну, не, ребят, ну здесь, конечно, это уже специально все делается. Специально направил, чтобы он подбил, и все равно в меня врезался. Че, уже босс, что ли? Блин, это, по-моему, эти, да? Да, блин. Терпеть их не могу. Сейчас будет делиться. Их, по-моему, тут 3 штуки аж целых будет. Я ведь не ошибаюсь? Нет, конечно. Как тут можно ошибиться? Так. Так, главное не ломать его. Чтобы он не сломался и не поделился. Блин, он уже поделился. Вот беда. Не надо вокруг меня тут юлить. Вот они втроем теперь. Ну. Есть. А это что такое активный? Смотри. Понятно. Надо было сразу мне звездочку использовать. И она бы их накумарила. Что тут взять? Вот это вот, наверное, да, мы с тобой возьмем. Фрог. Вместо... Вот так. Следующая жизнь стоит 2400. Ну, это явно мне не накопить. Это если только мне ничего вообще не покупать. А ведь ты понимаешь, что мне нужно купить еще пару щупалец. Бегите, жалкие людишки. Так, сердечко обязательно нужно взять. Окей.
Ломаем. Не, лучше клешней. У клешни больше дамага, поэтому. Все. Да. Отлично. А почему бы и нет? Все у нас четенько. Но сундук. Так, сундук, не уйдешь от меня. Лови, лови его, бомби. Блин, слишком быстро летит. Слишком быстро летит, ребят. Окей. Двигаемся дальше. Уходим. Потому что вот эти взрывы, которые, ребят, происходят, они нам наносят повреждения. Если ты еще, конечно, не знал этого. Фигею, блин. И вот постоянно так думаешь, блин, авось не попадет, и он попадает. Так, сейчас мы здесь быстренько разнесем это здание. Ну-ка, звездочка, поработай. И она поработала. Довольно успешно и довольно быстро. Денег, блин, мало. Вот, вот что я хотел, ребята, проверить, протестить. Так, давай-ка вот сюда поставим и посмотрим. Все. Это у нас как бы новая модификация той самой пчелы. Но мне кажется, она будет просто сейчас стрелять быстрее. Ну-ка. Что она делает? Ну да, в разы, ребята, в разы быстрее. Посмотри. Фух. Слушай, так это же круто. Но и есть один большой минус. Знаешь, какой? Я думаю, ты уже догадался, да? Эти снаряды не самонаводящиеся. Там-то они были самонаводящиеся, а здесь нет. Вот так-то. Но зато они, извини меня, летят очень далеко. Ой, ёлки-палки, это что? Это что за фокусы-то? Нежданчик какой-то, уже бронетанки пошли. Уходим, 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 уходим. Да, тут надо уже брать защиту, по-моему, мне кажется. Так, мне кажется, здесь уже вот эта вот, как ее, змея, она не актуальна. Кобра. Тут кобра уже как-то совсем не катит. Или же не катят вот эти вот куриные яйца, одно из двух. Так, сломали, сломали. Уходим. Продолжаем бомбить. Так, ага, тут электричество. Сейчас раз, два, три, погнали. О-о-о-о-о-о. Так, пчелочка, давай, будь добра. Ага. Так, и вот оно здание. Давай сразу же и клещей, и яйцами. Уничтожили, шикарно. Слушай, вот этот уровень мы с тобой прошли вообще крутенько, на самом деле. Давай посмотрим, что у нас тут. Блин. Стоит ли брать нам еще одну? Я думаю, что стоит, да? И стоит брать ее вместо кобры. Потому что у кобры, хоть она и стреляется, но недалеко. А этот через весь экран летит. Так что кобра устарела. Так, ну что? Что? Где сердечко? Что случилось-то, блин? Давай, 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 давай. Блин.
Уходим. Вот против вот этих, которые, да? Вот типа пираньи. Вот против них хорошо заходит курица. Так, что такое? Ага, аптечка. Есть контакт. Вернули мы с тобой сердечко, и слава богу. Опасность. Это что, босс, что ли? Мы уже дошли до босса? Кенгуру. Так, я уже забыл. Он, по-моему, будет эти свои бумеранги, да? Бросать. Ну. Пока что-то он ничего не бросает, но он будет бросать. Вот. Началось. Так, мы половину за руль мы уже отняли. Что не может не радовать. Эй! Хорош так прыгать-то, ничего себе. Прыжки он тут не устроил. Так, отходим. Давай, 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 давай. Сейчас же вспомогаловка, по-моему, придет. И он начнет еще кенгуру вызывать, насколько я помню. Замешкался, блин, чуть было не погиб. Что? А что? Блин, а что случилось? Я что-то не понял. Стоял рядом и просто ни с того ни с сего у меня отнялось здоровье. Так, тихо. Может, это кенгуру просто я опять не заметил. Да один удар остался, последний, ну. Вот и все. Вот и все, пошли с собой давить. Где там у нас? Вот она. Слушай, а не через весь экран, ребята, я ошибся. Я думал, что у него снаряды летят через весь экран, ничего подобного. Дальше, конечно, чем у кобры вот эта вот желчь, но не через весь экран. Так что я тут был неправ. Все, разбомбили. Так, ну если брать в общем, да, мы идем, в принципе, неплохо. Как по мне. Угу. За бонусами. Бонусы я обожаю собирать. Потому что именно за эти бонусы мы с тобой в конце улучшаем нашего осьминога. Ну, где ракушки? Где ракушки? Я жду ракушки. Так. Секунду. Где? С какой стороны? Вон они. Одну пропустил, но ничего страшного. Ничего тут страшного нету. Ну и... Мало дают. Упс, 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 упс. Уходим. Так, где же? Блин! Надо было стоять на месте. Ну, кто же знал? Отличненько. Собрали. 368 на данный момент. Так, ну что? Берем, да, ребята? Или щупальцу возьмем? Наверное, возьмем все-таки щупальцу. Вот так вот. А, надеемся, что шлем дадут мне в следующей заходке. Потому что, ну, защита, сам понимаешь, нужна. Ну, щупальцы, извини меня, тоже нам нужны. Так, ломаем, ломаем все, что можно и нельзя. Надеюсь, тут не будет невидимых врагов. То не хотелось бы мне, я... Будут. И они, друзья мои, появляются. Вот это плохо. Погоди-ка, мне показалось, или вот эти вот шары, они просвечивают? Ну-ка. Точно, ты прикинь? Вот эти шары, они просвечивают врагов. Оу, а кто?
Что-то я не понял, кто в меня врезался-то? Я что-то прозевакал. Так, стоп. Достали уже просто, а? Где аптечка? Мне нужна аптечка. И желательно быстрее. Так, следить тут за всем еще. Ё-моё. Успели. То, что вот эти вот огоньки, ребята, они просвечивают невидимых врагов, которые в инвизе находятся. И это на самом деле круто. Вот, видишь? Мы их спокойненько просвечиваем. 1300 я заработал монет. Так, надеюсь, сейчас будет все-таки шлем, который я хочу приобрести. Балалайку нам, а не шлем. Я, наверное, не буду ничего брать здесь. 5000 стоит следующая щупальца. Меня, в принципе, пока здесь все устраивает. Думаю, не надо ничего приобретать. Лучше подкопить немножко финансов, да, и что-нибудь стоящее приобрести. Тут будет вложение. А так покупать, чтобы... Ради того, чтобы было... Что случилось? Ай, блин! Как всегда, ребят, не увидел. Что-то аптечек не дают, ты заметил? Давно причем. Так, вот они, корабли эти, невидимки. Корабли-невидимки. Вижу, вижу я вас. Опа, это еще что? Спасибо, одну аптечку мы с тобой вернули. Блин, тут и невидимки. Тут нужно было и щит, по идее, брать, но... Как-то не досчитай, если честно. Сами что-то происходит. И тут... Чертовой бабушки щит. Ну ты посмотри, а. Ёлки-палки. Смотри, 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 летит как патрон, видишь? И ничего нельзя было сделать. Офигеть. Трындец, короче, да? Чё, босс? Или что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Видишь, как они появляются прям... Ну вот как вот здесь мне... Фух. 3000 собрали. Блин, мне нужна какая-то либо защита, либо... Не знаю, так вот, вижу, защита есть, ребят. Приобрели с тобой. Ну и все, пока. Или же все-таки взять нам с тобой, а? Нет, не надо. Перебьюсь. А потом, когда будет поздно, буду, как всегда, говорить. Ну вот надо было взять, да? Надо было взять. Смотри, что происходит. Трындец, эти снаряды запускает свои, блин. Я уже не знаю, как тут. Я их вижу. Обалденно, меня тут, конечно, сейчас нахлобучили. Пожескочу. Что ж там говорить. Да вижу, вижу я эти. Так. Развернись, чтобы нас не задели. Вот так вот, отлично. Босс. Рыба, по-моему, если не ошибаюсь, я, да, здесь будет пиранья. Так точно. Естественно, он будет стрелять по мне. Йо! Ты посмотри, что творит. Великолепно. Мне кажется, я здесь... Прям в меня летит. Конечно, я тут буду юлить, как могу.
Но он мне не дает, ребята, просто расслабиться. Постоянно в напряженке. Так, а помощь же сейчас еще ему придет, насколько помню, да? Ой-ой-ой-ой-ой, снаряд. Уходим, клоняемся. Да достал ты уже. Ну вот, опять у нас с тобой одно сердечко осталось. Ну вот, как тут, тут можно, ребята, что-то выиграть? Я не знаю. Защиты нету, этого нету. Клешни я брать не хочу. Погнали. Попробуем с тобой накопить на жизнь. Но мне нужно сердечко как-то компенсировать. Хотя бы одно. Так, отлично. О, а тут невидимые, блин. Да что же у вас так много-то летит? Ой-ой-ой-ой-ой. Тут постоянно нужно контролировать. Они невидимые, ребят. И за ними как бы тяжело уследить. Вот, видишь? Да, блин! Я нажимал, ребята, на своего питомца, и он ни хрена не сработал. Ушлепок. Трындец. Накопим мы с тобой. Точнее, пройдем мы тут с тобой, пожалуй, ага. Держи карман шире. Они специально не дают ничего сделать. И вот эти вот модификации, которые мы с тобой получили, я их не вижу. Вот хоть ты что тут делай, нету их. Нафига я, спрашивается, их прокачиваю, а? Для чего? Если я их не вижу в упор. Ну где вы там? Я же вижу, что вы летите. Невидимки фиговые. Так, уходим, уходим, уходим. Трындец. Есть. Разобрались. Ну вон они, везде тут. Вот сейчас сработало. Не понимаю я. Ну давай ты вон подбивай эти самолеты. Ну видно же их. Фиг попадешь еще, да? Называется. Так, курицы давайте бомбите, потому что там они идут. Оу-оу-оу. Как-то так. Уходим. Фу, я уже думал задело. Нет, ребят, повезло. Уже хотел опять ругаться. Раз, два. Подожди, вот это вот уничтожим. Уходим, 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 уходим. Так. Отлично. Так, электрическая фигня. Давим. Нет, у игрухи задумка обалденная, на самом деле. Тихо. И все мне не устраивает. Но вот вроде кажется, ничего сложного нету. И в то же время, ребят, сложно. Вот так вот. Пришлось просто это сделать. У меня уже, оказывается, повреждение было, да? Кто-то в меня врезался, потому что я вижу, вон шапка коралловая треснула почти пополам. Так, тут, значит, нам нужно просто здание уничтожить. Так, уйдем-ка отсюда лучше. А, все, сломали. Прекрасно. 2500. Почему мне не дают, ребята, новых модификаций? Вот объясните мне, пожалуйста. Вот их нету. Нету здесь их. А ведь я изучал. И меня вот это вот злит. Понимаешь? Очень сильно. Погнали.
Так, эти невидимые самолеты уже достали. Так, вот эту бредовину надо, хотел сказать, уничтожить. Ладно, фиг с ним, пока пропустим ее. Ага. Сейчас, если мы там пропустим, то здесь меня нахлобучат, верно? Конечно. Ё-просоте. Все, я потерял шлем. А почему? Потому что по мне попали, ребят. Додурковался, так скажем. Додурковался. Так, раз, два, три, погнали. Ну зачем, 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 зачем? Да успокойся ты уже. Что это, самолетик? Самолетик летит. Так, ломаем, ломаем, ломаем. Ну, трындец, блин. Но согласись, это несправедливо. Я не вижу, ребята, чтобы нам сердечки давали, понимаешь? Уже долго нету их. Аптечка не выползает. Фиг уже знает, сколько времени. Мы с тобой вообще их не видим. Может быть, нам все щупальца сделать вот из этих вот, которые стреляют из мух продвинутых, а? Как думаешь? Какая еще двойная волна? Зачем мне двойная волна? Эй! Вот и никакой двойной волны. Так, тихо, тихо, тихо. Поехали. Самолетики прям перед носом проявляются. Ой-ой-ой, сзади-то сколько их. Ой, посмотри. А что вот сейчас вот, вот... Сложно тут за всем за этим следить. Вот серьезно тебе говорю. Да и щупальца у меня стоят, блин, в одной этой. В одном направлении. Если бы по-разному они стояли бы направление, было бы намного проще. Все. Все. 3700, ну это вообще, ребята, мизер. 3700, что я за 3700 куплю? Ни жизни себе не могу приобрести, ничего. Нет, ребят, вот так вот тогда сделаем еще. Нету модификации. Так, ребята, а у нас здесь будет босс. А кто у нас босс? Вспомнил. Босс будет здесь робот шагающий. И, кстати, после этого уровня мы с тобой как раз-то и остановились, да? Сейчас посмотрим, насколько будет эффективно вот у нас то, что мы с тобой взяли вот эти вот очень много летающих. Точнее, не летающих, а... Эй-эй-эй-эй-эй! В шоке, блин! Блин, лучше бы аптечку мне дали, блин, а не вот эту фигню, которую, блин. Да ё-моё, ну. Уничтожаю, пытаюсь отбиться. Ну их тут дофигища просто. Аптечка. Спасибо. Да достали уже. Окружили меня там со всех сторон. Погнали. Нифига тут сколько этих. Может как-то потише? Без фанатизма, а? Ребятули. Смотри, сколько вокруг меня тут противников разлеталось.
что вот сейчас? Вот что вот сейчас было, блин, объясните мне. То есть это акулы, да, меня как-то умудрялись подбить. Замечательно. А вот и босс, друзья мои. Давай, шагающий робот. Так, сейчас он будет, по-моему, я уже не помню, когда он там. Нет, поспешил. Надо было вот после. Еще терпим. Вот теперь, по-моему, пора уходить. Так, лучом пошмалял. Теперь наша очередь. Давай, 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 давай. А чего он такой живучий стал? Уходим. Это он еще пока, ребята, один. Сейчас еще подмога придет. Она уже идет. Только скажи о ней, да? Все, что ли? У-у-у. Что-то мы его как-то быстро, если честно. Так, ладно, пойдем с тобой уничтожать здание. Ну и готовимся, конечно же, к атаке. Ну, все. Ну что же, тут как-то странно мы с тобой прошли вообще даже. Хотел сказать, без потерь. Угу. А потом вспомнил, что здесь мы как раз с тобой потеряли все, что можно и что нельзя. Угу. Ать, замануха была, замануха, ребята. Хорошо. Да ё-моё, ну... Ну все, 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 поморгал и хватит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Успел. Так, вот они. Упс. Нормуль. Где у нас тут? Ага, вот они, ракушки. Собрали. Что-то, кстати, у нас с тобой мало ракушек, на самом деле. Ты посмотри. 400 там с копейками, да? В прошлой серии мы, по-моему, с тобой 1500 или даже 2000 насобирали. А тут что-то вообще кисленько как-то. Так, тихо. Ладно, предположим, летит, летит снаряд. Уходим. 460 ракушек. Во-во-во, что это так ускорилось-то? Что-то ракеты-то быстро летят, эй. Да и вообще все стало падать как-то быстрее. Что за фокус это? Ать. Все. Прошли. 483 на данный момент. Ну и плюс еще накинул тут немножко. Теперь посмотрим, что у нас тут. Ага. Одеваем. Одеваем, да? И все, пока. Что-то жизнь с каждым разом все дороже, дороже и дороже. А если вот так вот сделаю? Как думаешь, будет от этого эффект? Так, мы с тобой в тот раз не дошли, да? Как раз вот до этой эльфелевой башни. Надеюсь, у нас получится
сегодня дойти. Ну, иди сюда, акуленок. Так, вот этих вот надо клешнями бомбить. Жалко, что клешня у нас всего лишь одна. То есть это, если враг будет со всех сторон меня атаковать, я боюсь, ребят, ну, мы с вами не сможем здесь справиться. Так, ладно. Дадите мне аптечку сегодня или нет, а? Как специально. Пришлось. Пришлось, друзья мои, так сделать. Потому что иначе бы меня там... Ну, ты посмотри. Видишь, что делается? Ну, трындец. А, у нас с тобой коралловая шляпа. Так, это хорошо, ребята, она меня хоть как-то спасет. Не знаю, сколько она выдержит ударов, наверное, 3. Но это будет тоже неплохо, если 3 хотя бы выдержит. Единственное плохо, что тут врагов нафигища. Где моя клешня? Где клешня? А, все. Не понадобилось. Так, это мы с тобой пропускаем, это мы уже видели. Так. И ни шиша тут мне не дали путевого. Ну, раз не дают ничего путевого, значит, мы с тобой двигаемся дальше. У нас 3 здоровья, 3 жизни и 3 сердечка. И куча, как всегда, врагов. Как всегда, куча врагов. И одна клешня. С одной клешней, я думаю, конечно, тоже, ребята, фиговенько, далеко не уйдем. Так, это вот пока нужно подбивать. Да ну как вот? Что это за взрывная волна? Что еще за новости-то? А, ну я понял. В чем прикол? А шляпа-то, смотри, еще до сих пор, ребята, держится. То есть, я так понимаю, у нее... 3 касания. 3 касания, да, значит, то есть. Вот. Правда, одно сердечко всего лишь. Я уже потратил тут фиг знает сколько этих сердец. Да, и клешню бы, конечно, хотелось бы какую-то, ну, посерьезнее. Потому что эта клешня уже, ну, не справляется со своей функцией. Так, что у нас, босс сейчас будет? Нет? Не знаю, как там насчет босса, но я вижу, что врезалась. Врезалась эта фигня все-таки в меня. Так, ну что? Отлично, ребята. Так, смотри. Блин, дракон стоит 9000. Могу взять еще одну щупальцу за 5000. И я, наверное, так сделаю. Уж не обессудьте, ребята. Поехали. Раз не могу, как говорится, купить здоровье, да? Купим с тобой еще просто такая маленькая здесь. Вот что мы с тобой будем ставить? Наверное, хотелось бы тепловушку влепить. А может быть, клешню. Какого фикуса, блин? А, вот оно что. По мне бомбят, ребята. Вот оно, оказывается, что. Обстрел идет. Блин, был бы какой-нибудь, я не знаю, множитель, который бы приумножал мои вот эти вот финансы. Так, смотри-ка, 2 сундука аж прям целых. Опа. Это я так неплохо бонус собрал. Мне понравилось. Ага. Помню я тебе, голодранец ты несчастный. Предатель. Подходи ко мне. Так, что он там будет делать? По-моему, стреляться, да, будет? Да, у него пушка.
Так, а наша задача уклоняться. Вот где бы мне пригодился бы, ребята, щит. Ну, я думаю, ты понимаешь, да, про какой щит я говорю? Про черепашечий, который бы мне помог бы отбивать эти патроны. Что случилось? Что такое? Так, ты опять за свое, да? Уворачиваемся, уклоняемся. Мне бы его как-то на клешню поймать бы. Было бы, конечно, круто. Так, тихо. Слушай, что такое живучий-то? Да, я его тут буду до посинения таким макаром бомбить. Это потому что вот эти вот пчелки. Что случилось? Ага, первая фаза. Так, теперь две пушки достал, да? Теперь он достал, видите ли, две пушки. А как он умудряется пираньи выставить, которых я почему-то не вижу? Хитрит, гаденыш, да? Конечно, хитрит. Так охота сейчас использовать свою вот эту морскую звезду вместе со своей рыбкой. Но я знаю, что нам это пригодится, и поэтому я пока придержу коней. Так, половины здоровья уже нет у этого осьминога. Ну, мы его проходили. Подожди, мы его проходили? Или мы на нем погибли? Я вот не помню. Не, по-моему, мы его проходили. Давай, давай, ну хорош крутиться-то. Так, это у него первая фаза, да? Вторая была. Сейчас, наверное, у него еще одну клешню мы собьем. И он еще достанет пушку. Скорее всего, вместо щупальца у него будут пушки, мне кажется. Может быть, не так. Но, скорее всего, так. Ты ведь... Ой, вот, ребята. Вот где мы с вами. Вот где я проиграл. Именно когда он стал пилой. Так а как тут, блин? Извини меня, а как я тут должен был? Зашибись? Че тут взять, я не знаю. И откуда я начну? Фиг знает откуда, да? Че, с самого начала, что ли? Да ладно, вы серьезно, блин? Вот объясни мне на милость, как я должен драться с этим осьминогом чертовым, который, извини меня, выпускает, не то что выпускает, а он с пилами. Как я должен уклоняться там? Вот объясни, я вот не понимаю лично. Каким образом, блин? Не догоняю, вот серьезно говорю, я не догоняю этого. От них увернуться нельзя, так? Так, от них нельзя, ничего нельзя сделать. Не спрятаться, не отбить. Бредотня, конечно, какая-то. Ладно, сейчас у нас с тобой все сердечки. Плюс шлем. Не знаю, что у нас из этого получится. Посмотрим. Ну, хорош тут крутиться и юлить. Достал свою пукалку. Так, что, в меня пульнул? Так, уворачиваемся. Тут уклоняемся. Так, погоди, тут надо ловить момент. Куда увернуться, чтобы по тебе не попал патрон. Заряд, снаряд, как хочешь его называть. Так, тихо, тихо, тихо. Ну, я считаю, что это несправедливо, ребят. Ну, извините меня, он бомбил, он своими пилами, он причем летит прямо на тебя с ними, да? И, соответственно, тебе надо как-то
умудриться его отбить нельзя, потому что вот здесь он кружится вокруг тебя, а там он именно лезет на тебя. Вот в чем проблема-то. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Пираньи-то у него, оказывается, еще и невидимки. Нет у нас, знаешь, чего? Плотности наших вот этих щупалец, чтобы мы могли, как бы тебе сказать, чтобы не было вот этих промежутков между выстрелов. Да? Видишь, снаряды летят, между ними этот осьминог маневрирует. А если бы у нас было бы плотное такое, ну, как тебе сказать, расстояние, да? То ничегошеньки бы у него не вышло. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Клешня не достает. Так, давай, подбиваем. До сих пор не могу понять, как его надо будет потом бомбить-то все-таки, а? Когда он достает вот эти вот пилы. Вот, сейчас он достанет пилы. И что? Вот смотри. А-а-а, все, я понял, ребята. Я понял. Его не надо подпускать к себе, ну ё-моё. Вот в чем прикол-то. Его нужно держать на расстоянии. Блин, трындец, чё я раньше-то не догадался. Куда он исчез? Оу. Просто вот так вот держишь его на расстоянии и все. И никаких, ребят, проблем. Трындец. А я на нем фейлился. Смех на палке. Серьезно тебе говорю, смех. Так, он сейчас откуда-то выйдет. Тихо-тихо, уйди. Нечистая. Вот и все. Ой, легче пареной репы на самом-то деле получается. Так, ну что, ребята, мы прошли с вами этого босса, а вот дальше мы с тобой не были. Дальше мы с тобой не были, поэтому будем смотреть. Это даже не главный босс, это так себе, под предбоссик был. Оу. Новые улочки. Погнали. Оу, теперь эти самолеты еще и невидимые. То есть мало нам было маленьких самолетиков, так теперь еще вот эти вот гигантские начались. Давайте, давайте. Так, куда они там бомбят, я не пойму. Нам, в принципе, по барабану. Куда там они еще бомбят? Нам главное ехать, ехать и ехать. Верно? Верно, друзья мои. Шух. Ой-ой-ой, тихо. Ну. Интересно, какая там будет следующая модификация на прокачку, а? Как ты думаешь? Вот и я не знаю, а хотелось бы посмотреть. И музычка другая. Тихо. Надо, ребята, смотреть еще периодически. Уничтожили. Погнали. Ага, вижу. Так аж фиг ли я вижу-то? Воу-воу-воу-воу. Трындец тут, конечно. Тут меня просто прижучили. Мне уже деваться некуда было. Так, нам нужно уничтожить с тобой вот это здание. Напряглись. Вот и все. Отойдем подальше. Так, прекрасно. Ты видел, сколько стоит дракон? 9000, ребята. Щупальца стоит 10000, следующее. Может быть, нам убрать змею, да поставить вот это лучше? Или даже вот это? Ать.
Так, мы с тобой все ближе и ближе к боссу. Трындец у нас с тобой. Кальмар. Кальмар, ясно солнышко. Пчеловый кальмар, я бы так его назвал. Ох, ё, ты посмотри. Посмотри, какой агрегат едет. Так, секунду, он куда там начинает бомбить-то? Тут уже не до шуток, если честно. Да ну. Смотри. А, так он состоит из нескольких. Все, я понял. Я думал, что за бредятина. Теперь понял. Так. Да сколько у вас тут, а? Трешовенько, конечно. Ломай, 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 давай все это. Все эти самолетики. Это я сделал специально, потому что мне этот сундук нужен был. Так, ой-ой-ой, хорошо, что я отошел. О, опять эти агрегаты. Уходим. Вот он, да, этот гигантский жук. Так, а сколько вас тут, эй? Да дофига их тут. Так, клешнёй я уже здесь не смогу ничего сделать, да, получается? Эй! Пришлось. Иначе меня бы зажали там, ребят. Так, все ближе, ближе, ближе мы с тобой. К нашей заветной цели. Какая у нас заветная цель? Ты знаешь, например, я нет. Отомстить. Наша заветная цель. Людишкам, да? За то, что они не ценят осьминожков. Так, ну, сколько вот по этой фигне надо бить? Слушай, дофигища надо бить. Да, твою налево я хотел пройти, но... Может, хватит уже здесь, а? Мешается только. Сейчас мы это здание с собой уничтожим. И пройдем этот уровень, а потом уже будет уровень с боссом. Так что надо приготовиться. Но враг лютует. Враг лютует очень сильно, кстати. 5600 у нас монет. Так, есть у нас шлем. Ух ты. Сколько он стоит? 5000. Что там блокирует? А, блокирует 5 ударов. Ребят, я, наверное, возьму. Или лучше взять этого. Блин. Возьму все-таки. Потому что здесь, сам понимаешь, будет босс, и 5 ударов, они уж, поверь мне, лишними не будут. Тем более мы еще не знаем, какой там босс. Поехали. Угу. Господи, опять эта драндулетка там стоит. Все-таки, если бы у него бы снаряды летели... Ё-моё, сколько он там накидывает мне. Отлично. А это еще... Что там за болван, ребят, стоит? Смотри. Пантомима какая-то. Слушай, это случайно не босс ли у нас? Оу. Он убежал. Дай сундук. Есть, уничтожил я его. Здание. Вот тут вот лучше, ребят, не рисковать. Все-таки, мне кажется, вот лучше уйти, лучше подбить вот этих вот всех гаврюш, которые здесь летают. Ой. Повезло. Потому что, когда по тебе начинает строчить, ты сам прекрасно понимаешь, да? Уже некуда будет убегать.
Вот так вот. Вынужденные, так сказать, меры. Слушай, точно школа пантомимы. Гигантомимы. А, гигантомимы. О, и что? Че он мне свое лицо показывает? Я не могу понять. Так, что-то зашуршал. Что он делает? Что он делает? Дуралей, что ли, какой-то? В чем прикол? Не понимаю я. Чего от него ждать-то? Ну, дергается и чё? Как все пантомимы. Ой. Так, масочка, ребята, у него слетела. И чё? Что он будет делать? Ёлки-палки, как это так? Что там делает? И? А, мы должны пробивать эти, понял, капсулы. Так, ладно, эту маску его лучше, ребята, наверное, все-таки бомбить именно клешней. Ну что ты не бросаешь свою маску-то? Как-то непредсказуемо. Вот сейчас он бросит, да? Да. Вынужденная мера. Так, когда он, ребят, собирается свою маску скинуть, он в такую позу встает. Нет, это не та поза. Хотя, да. Ну. Да отвяжись ты. Так, что-то у него вообще с лицом, ребят, беда какая-то. Че он делает? Это что такое? Это что он сейчас такое сделал, блин? Своим багетой, багентским этим, как он там? Багетом бомбанул по мне, да? Получил? По морделе. Нет, успокойся. Не хватало мне вот этой мощи, чтобы ты... Маска сейчас летит. Вот ее бы клешней как раз хорошо было бы. Но мы его добьем, ребят. Все, осталось чуть-чуть. И есть контакт. Погнали, короче, отсюда. В общем, мы пантомиму эту уничтожили. Давай. Эльфилева башенка. Сейчас мы тебя нагнем. Вот и все. Вот и шикарно. Ух ты. Друзья мои, а это что у нас такое? Новый питомец, судя по всему. Ух ты, Урсула. Хе-хе. А выглядит симпатично эта Урсула. Смотри. Понял, что она может делать? Вот так-то. Слушай, это круто. Это круто на самом деле. Шипами вот так вот бомбит. Так, ну. Ать. Ну ты понял, да? Меня тут специально прижучили, я ничего не смог сделать. Отлично.
Так, мы с тобой зарядимся или нет сегодня? Наверное, зарядимся, только вот когда, непонятно. Вот, она уже зарядилась. Так, а что она не запускает? Вот. Превосходно. Уйди отсюда от меня. Где ракушки-то, я говорю, где... А, вот они. Спасибо. Давай еще. Вот они. Ух. Гаденыши такие. Замечательно. Так, сейчас должен быть последний, наверное, заходик у нас. И все, да? Нет, вот сейчас будет последний. Да где, блин? Вот они. Еще должно быть еще, вот. Ага. А это мы профукали с тобой. Ух ты. Хобот слона, ДНК. Интересно, очень интересно. Смотри-ка, а что он делает? Сдувает назад? В плане сдувает назад. Просто берет и дует, и все. Бред какой-то. Не знаю, ребят, зачем мне сдувать назад? Как бы нет в этом смысла. Сдувать назад, согласись. Смотри, что тут происходит. И это хорошо, что у меня такие есть стрелялки. А так бы меня тут давно-давно бы уже окружили бы и разобрали бы. Так. Понял. Вдвоем опять, да? Беда. Ну че вы третесь-то? Блин, надо ловить. Так фиг что-то поймаешь. Ага. Как-то умудряемся с тобой по чуть-чуть. Вообще-то я вот этого вот не заказывал. Начнем с этого. С какого вдруг перепуга-то? Сработал. Непонятно. Я не нажимал одновременно влево и вправо, так что это что-то они тут сами придумали уже, ребят. Хитрецы. Так, это что, опять делиться будет? Ну да. Давай, 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 подальше от меня держись. Не подходи ко мне. Ищади. Ну. Господи, ну остался. Ой, а это что за, ребят, за медуза еще? А это что за медуза-то, я не понял. А что они все ко мне-то идут? Эй! Странно. Вот они что делают. Эй! Они, ребята, электричеством бьют, и я, как ты понимаешь, ничего не могу сделать. Просто парализован. Вот для чего. Все, ребят, для чего нужен был хобот слона. Он бы сдувать смог этих, наверное, медуз, мне кажется. Может быть, конечно, я и не прав, но мне кажется, он смог бы их сдуть. Вот оно в чем. Загвоздочка, друзья мои. Видишь, они опять прут ко мне, вон они, летят. На крыльях счастья ко мне, блин. И здесь я их сдуть не могу. Вот так-то. Она летит прямо на меня. Прямо на меня летит, прикинь.
Бочком-бочком проходим. Так, ладно, надо отбивать эти физиономии. Ну, опять медуза летит. Но это последнее. Это последняя вот эта вот заходка у нас. И мы этот этап с тобой пройдем. Так, вот так вот я, наверное, встану. Пускай она тут пролетает мимо меня. Так, этот гаденыш уже разделился, да? Ну, не беда. Мы с тобой защищены круто. Я вот не знаю, стоит ли нам убирать вот эту вот пчелку самонаводящимися, как говорится, жалами. И ставить вот этих вот пчелок, которые светлыми этими стреляют, с огоньками. Да блин, я думал, что это последняя. Нифига, ребята, вон еще одна ползет. Ага, все. Прекрасно. И... блин, я не знаю, может быть, взять, попробовать. Ну что так 50, ребята? Это копейки 50, это фигня полная. Нет, конечно, может быть, будет какая-то еще модификация, может быть. Не знаю, давай смотреть дальше. Так, мы с тобой под водой. Воу-воу-воу-воу-воу, сколько? Специально, что ли, у вас столько много? Разобрались. Так, что там летит в сундук? У нас летит сундук. Мы можем сделать с тобой... Сделал, блин. И сундук улетел. Даже ни рублика не получили мы с этого сундука с тобой. А вот то, что медузы ко мне прут, вот это плохо, ребят. Очень плохо. Причем они с двух сторон летят. Ой. Как быть-то? Слушай, повезло нам. Увернулся я. Блин, не знаю, может быть, все-таки действительно взять этот хобот да посмотреть его. Возьмем, наверное, мы с тобой в следующий раз хобот этот. Раз тут эти медузы идут, будем их сдувать с тобой. Может быть, он не только медуз сдувает, может быть, он и врагов сдувает, фиг его знает. Посмотрим. Опять медуза летит, а? Блин. Ну и куда мне от нее? Как щемиться-то? Ага, понял. Все, прошла мимо. А этот разделился уже. Воспользовался моментом. Не подпускаем их к себе, и все. Так. Куча пираний. Надо бомбить их. Вот здесь тоже. Чуть там делится, что ли? Ой. Чуть медузу не пропустил. Блин, какой-то занудный, если честно, уровень. Именно из-за того, что здесь медузы эти летают. И вот эти вот ушлепки делящиеся летают вокруг меня, бесит они. Надо контролировать и там, и там. Все, 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 сейчас уничтожим. Пять. Так, тихо. Воу-воу-воу-воу-воу. Покуха, дядя, я Дубровский. Отлично. Что еще за суперволна? Не надо мне никаких ваших суперволн здесь. Я успел. Я успел, правда, активировать еще этих, потому что меня уже там, ну ты сам видел, зажимали капитально. Ну что, возьмем, вместо чего только взять-то. Вот так вот. Посмотрим, что он из себя.
представляет. Ну, не понравится, ребята, сможем поменять в любую секунду. Что же ты делаешь, а? Хобот. Ё-моё, да. Вы издеваетесь, столько врагов на меня отправлять? Это уже не шутки. Опять он, блин, ну... Где этот хобот? Что он делает? Ничего. Ну, потому что это хобот фуфло полное. Вот что я тебе скажу. Одно название, хобот. Блин, зря только пчелку удалил. Я догадывался, что... Ну, ребят, с одной стороны, надо было проверить, согласись. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Эй-эй-эй. Да, блин. Кто там щелкает, не могу понять. А что я сдул или уничтожил этих медуз? Я что-то не понял, ребят. Что-то произошло же вроде как. Иди сюда. Так. Жучим, жучим, жучим. Угу. Блин, это только половина этой... Половина волны мы прошли с тобой. Ну это, конечно... Друзья мои, перебор уже конкретно идет. Ну, я справился. Так, ну-ка. Сдуваем, да, ребят? Мы на самом деле сдуваем этих медуз. Что-то сейчас, по-моему, меня тут прижучат. Да. И это было неизбежно. Ну, нифига там столько их. Это еще что такое? Ё-моё, это что за каркатица, ребят? И? Ты идешь ко мне на сближение или что, я не понял? Что происходит? Что-то мне не нравится, он тут... Приближается, понял. Я понял, ребята, этого босса, кажется. Но это не забывай, только первая фаза. Ща, вторая, да, пошла? Вторая, да. Что он там делает? Что он хочет? Так, медуза, вали отсюда. Ну что, будет медуз выпускать, что ли? Я ему ничего не могу сделать, ребята. Ни урона нанести. А-а-а! Слушай, а вот если бы у меня не было бы этого хобота, как бы я бил этого босса, извините меня? А, друзья, как бы я его бил? Сейчас-то понятно, мы его, видишь, шокером, да, и он получает урон, когда раскрывается. Вот это был бы попадос на самом-то деле. Сам понимаешь, да? Да иди ты. Эх, жалко, не могу я его... Клешня. Была бы какая-нибудь клешня, которая тюк-тюк-тюк-тюк выдвигалась бы. Было бы прикольно. Так, давай-давай, напарывайся на свою же медузу. Молодец, красавчик. Вот так вот. Пильбак какой-то гигантский. Понимаешь, пильбак. О! В два. Сжало ему. Не нравится, ясен перец. Ну, я тебе скажу, что вторая фаза легкая. А вот сейчас, когда пойдут противники еще, ко всему прочему, это будет уже похуже. Так, третья фаза у него начинается. Так, он начинает стреляться, друзья мои. Он начинает стреляться. Давай, давай, на свою медузу, ну. Вот хитрожопый, а. Он не захотел. Он сказал, ну зачем мне твоя медуза, да? Я обойду ее. Есть, успели мы его прижучить.
Давай, 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 выпускай свой... Ой, нет, не это. Сдуваем, сдуваем этих медуз от нас подальше. Медуза, вали отсюда. Ну, в принципе, друзья мои, босс не такой уж и сложный. Это, ну, если вот так вот сравнить с другими, не такой уж и сложный. Тем более, когда понимаешь, как их бомбить, они вообще, ребят, все какие-то легенькими кажутся. Блин, хотелось бы что-то такого существенного. Вот жалко, у нас нету дальнобойного, но мощного оружия. У нас все какое-то слабое. Так, я не понял. Где там твои эти осьминоги? Медузы, точнее. Че он ее... Ага. Так, уворачиваемся. Блин, медуза, ну подбили. Есть, подбили. Давай, 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 давай. Да блин, чуть-чуть не хватило буквально, а. Есть. Добили. Вот так вот, ребятульки. Мы его ушатали. Это круто. Ага. Мы можем с тобой купить вот этого. Нужен он нам? Наверное, нет. Поехали. Блин, я хобот, хобот не убрал. Блин. Зачем мне здесь хобот? Тихо. Ага. Билетик. Натянул улыбочку. Опять в гневе. Разорвали, да, кредитную карточку. Все, короче, мы летуем. А вон он побежал, побежал, побежал. Ого. Вы серьезно? Это что сейчас такое было? Так, ребят, тут уже, по-моему, обстановка не по кайфу, не шиша, тебе так не кажется? Совсем не по кайфу. Совсем не по кайфу, вот поверь мне. Так, блин, этот хобот. Не могу прям. Он ни туда, ни сюда. Я не знаю, что с ним делать, ребят. Ой, вот они что делают. Я думаю, все увидели, да? Что делают вот эти вот пушечки, которые прилетают? Блин, мне нужна каска. Я беззащитный, как олух. Куда ты летишь, а? Так, долетался? Будешь знать, паршивец такой. Оу! Что-то я не заметил, что здесь-то агрегат этот едет. Да ладно, чудом просто, ребята, между двух снарядов устоял. Достоялся, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же это так? Даже не успел воспользоваться своими защитниками. Обидненько. Упс, уходим. Нам проблемы, так сказать, не нужны. Ломаем.
Давай, давай, ты пошустрее, потому что... Видишь, агрегат там едет. Ага, раздавили. Шикарно. Просто шикарненько. Все у нас хорошо. Ну, сломали. Давай здесь также. Но это еще не последнее здание. Нет, не последнее. Далеко не последнее, я так сказал. Опять ты. Вот так вот. Чтоб не нервировал меня просто. Так, а вот и последнее здание. Давай, 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 ребятушки, нахлобучиваем. Потому что сзади уже ворожина ползет. Есть. Так, ну сколько мы с тобой? 9000, да, имеем. Маловато, нам не хватит. Нам не хватит с тобой, блин. Я не хочу этот хобот, я его, ребята, уберу. Я его уберу, а на что мне его поменять? На щупальцу. Даже не знаю. Да, наверное. Блин, а была не была. Поехали. Была не была. Там уже Белый дом у нас впереди, да? Вашингтон, типа. Два, три. Поехали. Это что там такое с небес спускается за гигантское? Вы сейчас серьезно? Что такое? Ну-ка. Жаба, давай лови. Твою же налево. Так, ну язык вот этого, это нормально, он ловит хотя бы их. Ловит, блин. Надеюсь, у нас хватит с тобой жизни. Так, что это? Это не то. Хотя надо подбивать. Денежка-то, ребята, лишней никогда не будет. Куда полетят снаряды? Скажи-ка мне на милости, я вижу. Да ну, блин. Вот и пошли у нас с тобой траты. Траты здоровья. А все почему? Потому что у нас нет с тобой шлема нормального, блин. И не было. И не дали мне его. Пипец. А сколько у нас вообще с тобой... Так, давай. Жесть какая-то. Ну, щелкни ты. Текаем нафиг отсюда. Ты посмотри, что тут творится. Правильно, ломаем, давим, все как полагается. Так, ракеты к залпу полетели. Куда они там полетят? Понял. Пошли теперь мстить. Так, взрыв. Есть. Хватай. Ну, хватай еще. Нормуль. Что это? Ты что еще за фокус такие? Ну-ка нафиг. Давай. Уничтожили. Уничтожили мы с тобой это здание. Так, 10700 у нас с тобой монет.
И я... Они издеваются надо мной, что ли? Я все хочу купить экстра лайф, а они меня все время... Все оттесняет и оттесняет. Октагедон. Так, ребята. Белый дом. Уничтожить. Задание у меня. Фух. Блин, надо было хотя бы заморозку мне взять. Что-то я... Не стал мелочиться, просто взял и прошел. Эта установка начинает бомбить, да? И куда полетят снаряды? Вижу. Да твою налево. Эй! Чудом-чудом. Выжили. Да чтоб тебе, да кто там? И вот я лично сейчас не понял, кто меня подбил, если честно, ребят. Давай. Так, это же под напругой. Так. Ёп. Ну совсем, ребята, игра расхандрилась. Совсем расхандрилась, а. Блин, мне просто, я боюсь, не хватит жизни. Да сколько? А, трэш. Да блин, ну вы, ребят, ну вот смотрите, ну... Это сейчас вот все специально, да? У меня одно сердечко. Круто. Круто, что я могу сказать. Лучше не придумаешь. Аптечек нету. Уже фиг знает, сколько времени я их не видел, этих аптечек. Не знаю. Шлема не дают, ничего нету. Жизнь купить не могу, блин. Играй как хочешь, называется. Да-да-да-да-да. Давай еще правильно по мне снарядами забомбите. И все будет вообще крутенько. Все будет просто замечательно. Ой, с одним-то сердечком, ё-моё. Начинать все заново не хочу. Сейчас какой-нибудь предбосс же будет, да? Или нет? Куда это я? Странно. Белый дом. Тихо. Это что еще так? Какое, блин. Опасность. Механический защитник. И вот теперь думай, что он будет делать и как он будет делать. Здоровски. Ну и что ты прикажешь мне делать? Так вот. У нас с тобой последняя жизнь. С тобой последняя жизнь. Заморозка ей нужна. Нафиг она, наверное, не нужна, да? Погнали. Откуда я начинаю? Прямо вот с самого начала, что ли? С самого начала, серьезно? Ну да, блин, с самого начала, ребята. Причем, а, ну у меня хотя бы шлем на голове есть. Целенький причем. Хорошо, ладно. Блин, у меня же еще клешня была одна. Неиспользованная, я совсем забыл про нее, друзья. Вот это я лопухнул сейчас.
Господи, вот это лопухнулся. Блин, совсем забыл я про клешню-то, а. Щупальца-то у меня там одна. Она же вообще у меня без всего. Ведь это я получаю повреждение, да? Да? Это я получаю повреждение. А вот теперь я пожалел, знаешь, о чем? О том, что я убрал этот язык хамелеона. Прикинь? Да. Сколько у меня еще этот шлем продержится, я не знаю, ребят. Мне кажется, недолго. Пипец. Все, нет шлема. Что за дебильный уровень, а? О, попал, называется. Я в шоке. Что тут творится, блин, а? Ты посмотри. Пипец, короче. Все, что-то я расстроился, начал хандрить, блин. И все, игра пошла у меня, блин, на смарку. С этим белым домом еще. Ни черта не понял. Он появился, что-то пульнул какую-то фигню. Я начал что-то юлить, она по мне попала. Шлема нету. Давай смотреть внимательно. Три фазы у Вашингтона. Так, и... Первое, что он делает, это выпускает какую-то фигню. Это я уже понял. Колокол еще какой-то у него. Ага. Так, колоколом он вот так вот вперед бросается. Так, он что-то там выпускает, по-моему, да? Блин. Колокол, колокол, колокол. Оу. Уже по две, ребята, по две выпускает. Будем. Ё-моё, мне повезло. Что он там хочет сделать? Уходим. Колокол он, да? Понял. Ай! Твою, блин! Эй, да как? А как тут быть? Да еб... Я не знаю, ребят. Он трэшем уже начинает заниматься. В
Фиг знает, сколько там у него фаз. Вот и готов я. Вот я и готов, ребята. Все, по-моему, да, спекся? Или у меня еще есть одна жизнь? Я что-то не понял. Так, я так понимаю, вот эта вот муха мне нафиг не нужна. Вот это вот. Мы, наверное, с тобой... клешню взять. Вот так вот, если... Да, это, ребят, последняя жизнь. Давай как-нибудь, я не знаю. По крайней мере, мы уже поняли, что нам... Я опять прозевал, блин, ребята, да что... Что же я за человек-то такой? У меня же опять клешня осталась одна, не задействована. Ну, ё-моё, ну... Вот, ребята, вот из-за этого мы с тобой, наверное, и проиграем. Вот, всего лишь из-за того, что я забываю одеть клешню. Ну, не клешню, а сам понимаешь, да? А надо было взять мне, наверное, знаешь, что сюда? Как она называется-то? Язык этого... хамелеона. Вот что. Да, язык хамелеона, он бы мне здесь наверняка бы пригодился бы. Почему-то я больше чем уверен, что он бы мне пригодился бы здесь. Да что ты будешь делать с этим крейсером-то? Доставучий какой-то, посмотри, а. Надо уничтожать нафиг быстрее здание это. Да ломает уже это здание это. Да сколько вас тут, а? Вражины вы, а? Фиговы. Два, три. Поползли. Так, заряжаем здесь. Тут все уничтожать надо. Так, сюда подойдем поближе. И активируем. Только так, ребята, никак иначе. Сейчас, блин, специально, что ли, вот это вот все? Пипец просто какой-то. Сам от себя удивляюсь, как у меня так умудряется все это получиться. Так, взорвалось, да? Слушай, ну, в принципе, с Белым домом я, ну, можно сказать, ребята, разобрался, как надо с ним орудовать. Но есть там некоторые моменты, когда два или три раза я просто свалился из-за глупости, что вовремя не убежал от колокола. Давай попробуем с тобой сейчас это дело исправить. Блин, у нас видос получается очень долгий. Да-да-да-да-да-да-да, появился, не запылился. Погнали. Первая фаза самая простенькая, как по мне. Тут ничего сложного нету. Ждем, когда он стреляет, потом выпускает свой колокол, и мы в этот момент просто с тобой отходим, и все. Лишний раз лучше отойти подальше. Так, здесь переждем. Ёлки ты палки, чё же это? Не обратил внимания, ребята, вот это я сам виноват. Так, колокол же бросает, ё-моё. Да. Ну вот опять начинается 25, ребята. Вообще, это хоть как-нибудь влияет? То, что я активирую своих помощников.
По-моему, это никак не влияет, ребят. Ой, уходим. Сейчас я шлем свой потеряю. И будет мне очень весело. Что-то он, по-моему, разошелся. Он в тот раз так не лютовал, как сейчас. Сейчас он вообще что-то жесткое. Так, 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 уходим. Отходим. Давай. А, опять колокол. Тут уже просто безвыходное было, ребят, положение. Фьюх. Колокол, да, готовит. Чего? Вторая фаза, ребята, началась. Я не знаю, чего ждать от второй фазы. Теперь, кажется, знаю. Сам виноват, блин. Ё-моё, ну, ребят, я... Ну, все, сейчас доиграемся. Сейчас доиграемся. Да ладно. Ух, ё. Это еще не все, оказывается. Что он делает? Он бросает гранаты в меня. Он, друзья мои, бросает в меня гранаты. Дурачок, а. Я докатаюсь, по-моему, тут. Видишь, он поджидает момента, чтобы остановиться. Стол или так вообще? О-о-о! Ребятушки, все, отвлекся, ребята. Господи ты, боже мой. Ну как так, а? Ну как так можно было сделать, ребят? Ну как так? Ну что это? Ну что это за... Ого. Прям вот обидно, ребят. Что это такое? Чего? Открыть девятую щупальцу? Вы серьезно? Ай, крабовая ДНК. Блокирует 5 ударов. Угу. Начинаешь с 3 щупальцами. Чего там? Дает тебе голду? Голдфиш? Интересно.
Экстра-слот. Берем экстра-слот, короче, с тобой. Это возьмем. Это, ребят, уже для следующей серии. Возьмем вот это вот. Че ты такое? Ага. Получил еще одно сердечко, что ли? Да, ребят, получил еще одно сердечко. Королевская кобра. Черная мамба ДНК. Ой, ребята, конечно, мне почему-то кажется, что это был последний босс. Может быть, я ошибаюсь, но знаешь, что мы с тобой сделаем? В следующей серии мы увидимся в этой же игре, но я уже за кадром попробую пройти как можно дальше. Как можно дальше, чтобы нам начинать не все с самого начала. Потому что серии и так получаются длинные. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.